Так, подскажите о новых встречах и ретритах вживую. Ребят, планируем провести где-нибудь в Краснодарском крае, но пока не можем собраться, чтобы это обсудить. Не выбрали место. Я этим никогда не занималась. Для меня это правда проблематично. Где-то мы не понимаем, сколько народу будет, потому что как только мы начинаем с кем-то созваниваться, а вот особенно Настюша подключилась, она там с теми, и она говорит, сколько народу будет? А я даже представить не могу. То есть понятно, что многие хотят, а кто действительно приедет, я не понимаю. То есть мы можем сказать, что будет помимо нас там с 10. Ну вот мы так и думаем, что 10-15. Вот. Как оно пойдет дальше, ну, видимо, только опыт покажет. Пока не знаю. Это будет, наверное... Сколько было в ту встречу? Ой, в ту встречу было, ну, наверное... В Екатеринбурге, наверное, было около человек 20. Мне кажется, как-то так было. Ну, человек 15 было. А тут же у нас будет несколько спикеров. Кто-то захочет там Настю увидеть живую, прям поддергать за ее шикарную косу. Кто-то захочет с Римой поговорить, кто-то захочет у меня услышать какой-то опыт. Может быть, там еще несколько ребят приедут. Но как кто приедет, просто каждый может рассказать о своем опыте, поверьте. Вот у меня сейчас в клубе начался новый марафон в закрытом клубе. И я понимаю, что это просто нужно к этому. Я понимаю, что практически каждый человек, который находится в моем клубе, они могут поделиться своим опытом. И он у каждого уникальный. И это такое счастье. И я думаю, что когда у нас будет вот этот вот ретрит, но я даже не знаю, сколько, конечно, мы будем делать от 3 до 5 дней, но, возможно, он и затянется, потому что столько интересных людей вокруг нас, которых мы даже не знаем, потому что они просто молчат, потому что просто они не готовы рассказывать, кто-то не хочет рассказывать на камеру, кто-то не может по каким-то своим причинам. Вот, поэтому я думаю, что мы все-таки вот как обещали, что в конце этого месяца, в начале следующего месяца уже что-то более или менее дадим какой-то в сухом остатке, какую-то информацию, то мы все-таки это сделаем, наверное.